интенсивность этой войны набирал ужас. Просто хаос. Бачили, що місто спотворене. Все ближе! Побежали отсюда! Я взяла телефон, потому что я приняла решение в какой-то момент фиксировать. It was crazy. They were pointing the gun at us. You find yourself in a horror movie. Це не сон, що це твоє життя зараз. Мы выбрали Сизада. Мне кажется, только мариупольцы могут понять вот этот вот ад.